Ситуацию с пожарами в Хасанском округе держат на контроле. Основная задача – защита населенных пунктов. По словам губернатора Приморья, в округе нарастили группировку пожарных до 323 человек. Также подошла тяжелая техника. Работаем здесь, в Хасанском районе, в населенных пунктах Андреевка, Сухановка, Зарубино. Вот, по окрестностям наиболее тяжелое положение было в районе Зарубинского поселения, где ветер сильными порывами несколько раз менял свои направления, что приводило к возгоранию остатков травы, быстрому распространению огня. Здесь также работало 14 экипажей специализированной техники. Вот, благодаря усилиям жилые дома не пострадали. Есть несколько сгоревших построек. Отряды спасателей останутся на территории, пока полностью не исчезнет угроза населенным пунктам. Как отметил министр по делам ГОЧС, все возгорания – дело рук человека. Кто-то, значит, грубо говоря, не убрал прошлогоднюю растительность, решил таким образом убрать. Вот, сошло немножко, скажем так, она оголилась, снега нет, вот. У кого-то и при этом испытывает человек иллюзии, что температура еще не высокая и, может быть, не будет каких-то таких больших последствий. Напомним, Олег Кожемяка вел особый противопожарный режим в южных муниципалитетах Приморья. Нарушения предусматривают крупные штрафы и уголовную ответственность. Сообщить о природном или лесном пожаре очевидцы могут по телефону горячей линии. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.